Ребятки, всем приветик! Сегодня мы купили коляску для нашей Элочки. А коляска называется Tootsie Doll Stroller. Коляска — это подобие настоящей коляски. Она трансформер и раскладывается как в люлечку, так и в сидячем положении можно ее катать. Наша Элочка выбирала сама эту коляску. Была розовая коляска и цветная. Но так как мы купили пупсика мальчика, мы решили купить не розовую, а вот такую цветную колясочку. Так что давай, папа, разбирай. Разбирай эту коробку. Так, что же у нас в коробочке? В коробочке у нас колеса. Колеса к этой коляске идут отдельно, потому что они большие. И если колясочка в собранном положении, она бы ни в какую коробку не влезла бы. Так, вот какая она коляска. Опа, да? Смотри, что там, высыпай все сюда. Так, у нас тут есть вот такая сумочка. Вот такая сумочка. Это сумочка-переноска для куколки Бэби Борна. Ну, можно разные куколки сюда ложить. В комплекте также идет одеяльце для куколки. И подушечка. Колпачочки на колесике. Сейчас папа будет наш собирать. Элочка уже в колясочку, которую мы еще полноценно не собрали, положила куколку. Куколку покажи, доченька, какую куколку ты положила? Вот, куколку Анну. Так, что тут есть. Наш папа делает? Он колесики подсоединяет. Класс, так, давайте посмотрим. Следующая у нас? Да. Хорошо. Вот, доченька ложит сумочку-переноску. Значит, что можно рассказать за эту коляску? Коляска может быть в форме люльки и в форме прогулки. Да, куколка уже живет здесь. Формы люльки, форму прогулку, она трансформируется очень легко. Мы потом покажем. Так, ребятки, мы собрали колясочку. Мы уже положили в эту колясочку нашего пупсика. Пупсика Катю, это девочка у нас. Вот она лежит под тепленьким одеяльцем. На мягонькой подушечке она лежит. Вот эта сумочка, в которой ей сладко-сладко спится. Чем хороша эта коляска? У нее есть вот такой капюшон, который защищает ребеночка нашего от ветра. Такие большие колесики. Будет легко колясочка передвигаться, даже если есть какие-то ямки на дорожке. То есть, чем больше колеса, тем лучше она едет. У этой коляски есть вот такая амортизация. Вот она вот так вот может амортизировать. Также можно поднять ручки. Вот. То есть, ручка может быть повыше, а может быть еще выше. Прорезиненная ручка. А если ручка сделать высокое положение, то ребеночку может хватить даже до 5 лет такой колясочки. То есть при даже высоком таком росте коляска будет удобная для вашего малыша. Внизу находится вот такой отсек для игрушек. Игрушек-куколки, а можно также само выходить на прогулочку с коляской и ложить игрушки вашего ребенка сюда. Таким образом вы берете коляску, можно водичку положить, можно пасочки поставить. То есть тоже удобно. Доченька, тебе нравится эта колясочка? Да. Очень. Маме тоже очень нравится эта колясочка. Так, а давайте покажем всем, как эта колясочка может стать коляской-прогулкой. Нажимается сюда вниз. А спинка поднимается вверх. И теперь наша куколка может ехать сидя и смотреть, что происходит вокруг. А можно вот так вот? Даже вот так вот в этой сумочке его посадить, куколку. Так? А можно достать? А можно достать и просто посадить. В этой колясочке даже есть ремни безопасности, папа. Посмотри, чтобы куколка не выпала.
Вот такие куколки. Сидеть хорошо, можно ее даже одеяльцем прикрыть. Сейчас холодно, уже осень. Вот так вот одеяльцем. Теперь тепло у куколки, да? Тебе нравится, когда вот она в таком положении, доченька, колясочка? Давайте снимем, может быть, ручку эту. Вот, наша Ляля сейчас будет кататься по нашей квартире. Восторг. Так, и так вот Элла уже взяла полноценно собранную колясочку. И будет ее сейчас катать. Да, доченька? Да. Катай. Все, поехала наша Элла с колясочкой в кухню. Да? Пока. Вот какая у нас мамочка везет своего ребеночка, да? Это твой ребеночек? Ну, можно в колясочку положить и другую куколку, да, доченька? И пупсика можно нашего положить. Что? Пустая коробочка. Ну, мы же ее разобрали уже, да? Давай Лялю положим сюда. Ой-ой-ой. И укроем ее, да? Укроем, чтобы было тепло. Носить. Да. Вот. Вот. А еще удобно тем, что можно вот носить нашу Лялечку вот в такой сумочке, отдельно можно брать, даже без коляночки. А можно положить колясочку. А еще Элочка очень увлечена тем, что она постоянно сначала то ложит в колясочку, то достает из колясочки. Вот такое занятие у ребеночка. Колясочка нам очень нравится, но самое главное, что она нравится нашему ребеночку. Да, доченька? Да. Все, пока. Пока, скажи, ребятки, пока.